Ну что, наконец-то полуфинал официальной лиги. 1-2. Как людей в зале. Знакомьтесь, а это Азамат. Азамат – мастер спорта по бесконтактному сексу. Азамат, докажи. Ты в меня? Ты чё? Эй! Я чё для вас? Пустое место? А, не обращайте внимания, это Алина. Грудь Алины очень хорошо разрабатывает мелкую моторику рук. А также ментальную арифметику. И в нашей команде она отвечает за литературный юмор. Илья ушел грудастой Оле. Сказал Алине, не бесись. А как Алине не беситься? Бесись. Кстати, Азамат катит к Алине уже 3 года, но что-то никак доехать не может. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей. Да на, на, на! Как? Сабина, это кто? Это водитель маршрутки. Они сейчас так на наличку ведутся. Между прочим, у меня есть подарок. Для нас? Дурилка ты картонная. Простите, никого не хотела оскорбить. Для КВНа, конечно же. А что там? Что? Квартира в Миловском парке. Даст бог, и у этого КВНа появится дом. С такими шутками играйте в свой КВН сами, без меня. Да подожди, Илюш. Ну, бисмилля так, бисмилля. Дорогие зрители, для меня сейчас настал очень важный и очень ответственный момент. Поддержите меня, пожалуйста, я к нему очень долго ехал. Алин. Минута черного юмора. Представьте, я без ноги. Врача, врача, позовите врача. Я врач, я врач, врач. Я врач, я врач, 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 я врач. А не, я, кажется, швея. Жалко тебя. Ох. Ну тогда зашейте ему что-нибудь. Все, теперь ты не пьешь. А прикинь, правда говорят? Ха, не пьющие с колен поднимаются. Кстати, поднять с колен. У нас тут есть продукт, который мы очень хотим прорекламировать. Итак, встречайте. Добрый вечер, дорогие леди и джентльмены. Мы хотим представить вам абсолютно новый продукт. Это просто прорыв года. Встречайте, абсолютно новая карта Алга SE. Эта карта разработана из экологических материалов. Новые карты сделаны из старых карт. Если у вас списали лишние деньги, ничего страшного, еще закинете. Обладателем карты Алга SE Pro можно занимать места кондуктора. Карта представлена в 3 цветах Башкирии. Green, White и Elvin Grey. Теперь по карте Алга можно не только оплачивать проезд, но еще и использовать как бубновую даму.
Карта Алга – самая честная карта. Спасибо. Друзья, карантин, всем приходится носить маски, но согласитесь, девушкам можно меньше краситься, парням можно не бриться, ну а куницам вообще пофиг. На сцене была команда КВН «Почти». Я все. А мы «Почти». Спасибо, любимые!